Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и сегодня мы пройдем Слендера под названием «Давай быстрее, игра, покажись, какой же мы Слендер будем проходить сегодня!» Кстати, это не палевная ли случайно музыка? Красиво! Вот название было. Слендер. Начальная школа. Вот так переводится, это оказывается. Найди 8 медведей плюшевых. Ребят, в общем, наша главная героиня уже устала и решила пойти на вечер встречи выпускников, но, к сожалению, Слендер тоже захотел с ней пойти на вечер встречи выпускников, и теперь мы вместе с ним тут будем ходить. Так, подождите, а я... Что-то я какая-то... Я такая мелкая и низкая. Еб твою. Это как-то так? Ух ты, это что такое-то? Какая-то доска. Так, подождите, нам надо найти 8 медведей. Где медведи? Блин, что-то ты быстро задыхаешься, наша главная героиня. Пора бы уже было привыкнуть. Пора бы уже прокачать себе дыхалку полностью. Ой, мусор. Уборщица будет ругаться. Это медведь? Ну-ка. А чё это его так ужасно зверски повесили на этом крюке, ребята? Это что такое-то, ребята? Это что такое за жестокое обращение? С плюшевыми медведями! Электрика уволить. Тут лампочки какие-то прям вообще... Это плохие, короче, лампочки. Какие-то китайские, не понять, где купленные. Что-то написано. Ой, ёб твою. Ой, блин. Ой, блин, вся доска грязная. Училка придет, тоже будет ругаться. Скажет, да что вы тут все исписали? Что это такое? Школа вам, это второй дом. Вы должны не сорить в нем. Вы что творите-то? Вы что делаете? Еще один Мишка. Мишка, я спасу тебя от этого зверства. Это Слендер так, что ли? Не любит плюшевых медведей? Кстати, ребят, смотрите, цветок никто не полил. Класснуха будет вообще зла. Скажет, вы что, охерели, что ли? Цветы губите-то, а? За цветком даже ухаживать не можете. Что это такое-то? Так, можно тут все... Нельзя стереть ничего. Все кровью написано. Я хочу домой. Мамочка, забери меня домой. Я получилась. Все, хватит с меня. Хватит с меня с этих знаний. Этих знаний буду! Он лифанщицей нахер! Фу! Фу, блин! Это того не стоит! Что-то тут звуки прям очень нагнетающие. Фу, ребята, мне аж прям сердечко подскочило! Слендер хочет украсть мое сердечко. Это что такое? Ой! Это что? Это наш уборщик Геннадий! Геннадий, ты что? Геннадий, что с тобой сделал Слендер? Геннадий! Help! А как? Кому я помогу-то, а? Я себе не могу помочь. Я маленькая милая девочка с двумя хвостиками. Офигеть, вот это Геннадия, короче. Это, знаете, это злая класснуха. Увидела, что Геннадия не исполняет свою работу и подвесила его тут. Ой, какая текстура. 3. Ребята, если тут Слендер зажмет меня в углу, мне будет жопа боль, жопа боль, жопа боль. Жопа боль, жопа боль. Заиграла эта музычка страшная опять. Он нашел музыкальный класс, ребят, я поняла. Он нашел... Ёп твою. Он нашел музыкальный класс и понял, что на пианинке играть он полный ас. Геннадий, извини, я не могу тебя снять с крюка. Ты слишком... Слишком ты толстый и большой для маленькой милой девочки. Еще медведь. Медведь. Мишка, медведь. Научи меня не бздеть. 4. 4 из 8, ребята. 4 из 8. Мы близки к успеху, как никогда. Так, главное, чтобы эта падла длинная к нам не прикопалась. Так, мы тут были? Не были. Вот еще медведь. 5 медведей. А, блин, это наш физрук. Это наш физрук. Физрук, блин, остался без головы и без рук. Что творится-то в школе? Вот это вот встреча выпускников, охереть просто. Не ходила. Называется 100 лет наша главная героиня. Не надо было. Ей не надо меня находить, пожалуйста. Прыгай в кусты, насрать. Прыгай в кусты. Тихо, тут мы были. Значит, туда пойдем, потому что это тот же маршрут, получается. Так, Слендер есть? Где он? Нет? Пацаны, следите за ним, если что, орите. Где эта падла еще моих медведей тут развесила? Офигеть, детские травмы просто у нашей главной героини будут из этой падлы. Можно выйти, смотрите, можно, оказывается, выйти со школы. Ух ты! Офигеть, мы, оказывается, можем выйти просто. Подожди. Тихо! Вот медведь, еще один медведь!
ребят, это просто жесть, это жесть, это жесть полная. Фу, блин. Ёб твою, ребята, это просто жестя полная. Тут, знаете, в этом слендере просто разработали и музыку, нагнетающую звуки, оторванные головы, туловища и т.д. Вот это вот... Это просто жесть называется. Я думала, мы, в принципе, мило пособираем этих медведей, ну и слендер будет там на фоне маячить. Типа так вот, ой, я тебя за жопу схвачу. Ну просто это самая жесткая, по-моему, часть слендера. Это просто вообще... Фу, 6 из 8 мы, по крайней мере, собрали. А, блин. Фу, ребята, это просто надо пережить. Это страшно. Как смешно, как смешно. Тедди Бирс, Тедди Бирс. Мишки, мишки, мишки. Где мои мишки для успокоения? Мои мишки. Так, подождите, а я с этой стороны уже ходила. Давайте в другую сторону пойдем, потому что заберем с другой стороны. Если что. Так. Погромче себе сделаю, ребят, чтобы обсираться по полной. Полностью. Мы должны полностью обсираться. Мы только для ради этого и собрались тут. Что-то на доске написано. Доска вся грязная, вся опять не мыта. Ужас. 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 Так, слендера нет, слендера нет. Это значит, все хорошо. Так, может быть, тут будет первый медведь? Нету. Нету. Так, подожди, а у меня уже включен фонарик, типа, да? Так, ничего нет. Так, все, ребят, успокоились, успокоились. После такой жести просто, знаете, ребят, успокоились. Ты спокоен? Я спокойна. Ты можешь по... Сука! Электрик, блин! Геннадий, вот поэтому тебя на крюке и подвесили. Он, знаете, он по совместительству еще и электрик тут. Понимаете, совмещает, чтобы больше ЗП получать, а не минималку. Один из восьми. Один из восьми медведи. Медведи, мишки, мишки, медведи. Ребята, это вообще капец. Ходить по школе, собирать медведей и орать. Ходить собирать медведей и орать. Просто реально психика тут просто уже не выдерживает в этом слендере. Вы мне еще говорили, Тамара, пройди Outlast. Я от слендера-то обсекаюсь, блин. Трусишки потом надо будет стирать. И штанишки. Так, подожди, стоп. Вот медведь. Мишка, Мишка, медведь. Обними меня, пожалуйста. Чтоб я не бздела. Два из восьми. Но пока он должен не появиться. Пока все должно быть хорошо. Пока все отлично. Опа! Это кто? Это наш трудовик! Валентин Андреевич! Вам что-то совсем плохо. Завязывали вы с бухлом. Валентин Андреевич, ваша жена с вами разведется. Она сказала еще раз и все. И вы это... Она не пустит вас домой. Валентин Андреевич, я бы вам, ну, как бы, это... Как бы не советовала так делать, Валентин Андреевич. Вы же в школе не сможете жить, Валентин Андреевич. Так-то кто такие? Какие-то летсплейщики или друзья этого... Мододела, кто это сделал. Кровь какая-то. Ну, мы их не знаем, что это, кто они такие. Ой, а его мы знаем, но хотим не знать. Слендер, Слендер, уходи, Слендер, Слендер, иди цветок полей, I will find you, no, no, God, please, no, не надо меня находить, мне так хорошо. Так, тут кого-то тоже утащили, видимо, я туда могу пройти, ни хрена не могу. Так, ну, по крайней мере, Слендер еще пока за мной не особо ходит, ему так-то, в принципе, пока наплевать. Еще один медведь, 4 из 8, мишки, мишки, а, блин, опять, это, голова наша физрука, жесть. Так, все. Так, это не тупик случайно? Нет, это не тупик. Помните, в тупике висел медведь? Мы как раз туда идем. Чтобы нас как раз зажал там слендер. Это же жесть, ребят. Зачем разработчик так сделал, что тут есть тупик с медведем? Просто это же капец. У нас вообще тут нет выхода, понимаете? Или его надо первым брать, чтобы слендер меня за жопу не схватил. А мы берем его пятым, да? Пятым. 5 из 8. Просто если он сейчас появится, нам кобзда, понимаете, ребят? Нам некуда. В окно не хочет прыгать наша главная героиня. Никаким образом ее не заставить прыгнуть в окно. Тихо. Яба! Та-та-та-та-та-та! Свидание! Нет, 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 ноу-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 ноу. Вот видите, я же говорила, это жесть будет, я же говорила. Ну, кстати, локация мне нравится, такая проработанная, красивая, какая-то бутылка валяется. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ёп, он решил сделаться моим учителем. Смотрите, он там за стол встал. Типа, здравствуйте, ребята! Я ваш слендер. Евгеньевич! Видите, что он там отреспаунился? Видите, что это падла там делает? Охеревшая. Так, тут ничего нет. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Тут еще не бздеть. Не бздеть. Ёб твою, он прям за мной ходит, ребят. Он просто за мной. Он мне не дает шанса даже. Сектор шанс на моем барабане, блин. Не выскакивает. А можно мне право на две шкатулки, пожалуйста? Еще один медведь. Быстро, быстро бери медведя. 6 из 8. 6 из 8.
Так, один во дворе мы знаем, а другой... Отрубленная конечность чья-то или что там, я даже не разглядела. Ёб твою, кровище-то сколько-то, ребята, кровище сколько? А может быть, два медведя как раз-таки находятся на школьном дворе, ребята, я вот чувствую. Так, пойдемте, короче, может быть, на школьном дворе как раз-таки два последних медведя. Больше в школе, наверное, медведей нет. А может быть, есть. Блин, ветерок подумный, страшно, мне жопа аж от страха колышется тоже. Так, тут нету. Пошел вон, пошел вон, скотина, фу-фу-фу-фу. Пошел в жопу, иди от меня в жопу, отстань, отстань, фу-фу-фу. Отстань от меня! Сука, седьмого медведя еще не взяла. Ну, короче, ребята, я могла бы взять седьмого медведя, но он мне не дал. Он мне не дал, он мне не дал. Ну что, ребята, давайте еще раз, третий раз. Три раза мы обычно ходим, смотрим еще раз всю локацию и на сегодня на этом заканчиваем. В Слендере начальной школе, потому что так это переводится у американцев, это название. Фу, ребята, это, конечно, более жестко, мне кажется. Вот серьезно, нагнетает просто вообще. Прям мурашки, ребят, бегут у меня по руке. Просто туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю, как я когда-нибудь Outlast вам пройду. Но у меня просто вообще это... Психика не выдерживает хорроры. Мне нужен тоже Тедди и медведь, чтобы плакать в него в подушку, короче. В него буду плакать. Посмеялся над нами маленькая милая девочка. Ха-ха. Давайте сначала сюда и туда не пойдем, вот в эти коридоры. Пойдемте вперед, посмотрим, что там будет. А что если будет, если сразу выйти на школьный двор? Просто чисто гипотетически. Если мы просто пойдем сразу на школьный двор, что это изменит? Или тут реально висит только один медведь, ребят? Может быть, да, может быть, нет. Кстати, а тут школьный двор, мы даже убежать не можем. Тут, если что, мы только можем тут по школьному двору бегать, бегать и все. Чё? Вы слышите какую-то непонятную школьную суматоху? Ну, по крайней мере, они тут нигде не респаунятся. Они все на тех же местах. Один из восьми. Блин, надо было запомнить, что, блин, электрик постоянно везде лампочки бьют. У него реально какие-то говно наставил или неправильно присоединил, хотя как можно присоединить не так лампочку. Но если у электрика руки из жопы, то все возможно, наверное. Капец, блин, вот это, бьется эта лампочка, просто у меня просто нервы мне расшатывает психически. Так, вот еще один медведь. Мишка, Мишка, медведь, иди ко мне в ручонки, мой глупый медвежонка. Фу, блин, вот это охота за медведями, ребят. Охота за медведями. Охота за медведями и здравым смыслом. Так, это как-то сюда выйдем. Я не хочу туда ходить. Кстати, тут так вот, знаете, мододелы в этом... В Слендере любят строить какие-то запутанные коридоры. Они не хотят строить что-то более понятное. Ну, тогда и сложно бы не было бы. Понятно? Висите там, отдыхайте, пожалуйста. Я к вам не пойду. Нет, стоп, я пойду к вам. У вас же там медведь висит. Что это вы? Что вы молчите-то? Что вы молчите? У вас же медведь там висит. Смотрите, замолчал. Спрятал медведя, заныкал. Ишь ты, блин, какой. Нет бы сказать, эй, девочка, медведь-то тут висит. Ты что не берешь? Бери Мишку быстрее и уходи отсюда. Вообще, реально, это как-то жестоко. Медведей распять на этих крюках. Это же жесть какая-то. Слендер, ты вообще маньяк. Тебя вообще живым брать нельзя. Рост футов сколько у него? Рост футов 9, что ли? Ребят, сколько в этой каланче? Сколько в нем? А хер его знает. Так, хелп. Ну, не у маленькой же девочки. Пизд. Ёп твою мать! Хера ты даешь, блин, Слендер. Так вообще никогда не делай в жизни, понял ты? Забудь. Так, медведь. Мой медведь. Мой физрук. Эх, блин, нормативы зато не надо будет сдавать. Все, что не делается, все к лучшему. Подумала девочка и стала маньячкой. Так, а тут что-нибудь есть? Ничего нет. Ничегошеньки нет, на школьный двор мы больше не пойдем, там нечего делать. Так, тут медведя нет. В принципе, ребят, мы, мне кажется, рассмотрели всю локацию, и, в принципе, нас уже больше тут ничего не удивит, наверное. Так, это таз с растениями. Блин, таз, горшок с растениями. Так, тут забрали медведя. Тут нет медведя. Нет медведя, нет медведя. Нет медведя. Подожди, я тут что, я позабирала, что ли? Блин, я уже запуталась с этими разами. Во! Тебя я не взяла, 5 из 8. 5 из 8 медведей у меня в кармане. 5 из 8, Слендер, иди в жопу. Даже не гонись за мной. Кстати, ну мы же не знаем, где еще висят медведи. Тихо, сердечко стучится. Не стучи, сердечко.
Сердечко, сердечко, сердечко. Успокойся, пожалуйста. Сейчас себе аритмию заработаешь или что там у тебя, блин, будет. Вот еще один медведь. Я не буду бздеть, если у меня будет еще один медведь. Так, опять 6 медведей. 6 из... 6, короче, из 8. А где еще остальные медведи, ребят? Почему я их не нахожу? Ну тогда я бы собрала бы 8. Медведи, если бы не этот хер пришел ко мне. О, наконец-то, 7-й медведь. 7-й медведь, я выиграла. Теперь остался еще один, все. Не шепчи мне. Не шепчи мне на ушко. Не смей шептать на ушко. Я маленькая девочка. Мне не нужно шептать на ушко. Я маленькая милая девочка. Смотрите, как загудел, зашипел. Неинтересно ему, блин. Не ври мне на ушко. Блин, жалко, что 8-го, наверное, сейчас не найдем. Где он, этот хер? Эх, нету медведя. Пипец, он прям перед лицом появляется, ребята. Просто пипец. Кстати, я еще ни в одном слендере не собрала все записки и всех медведей. Тихо. Как шумит-то, как гудит-то. Если бы я знала, где он еще находится, было бы все проще. Но нет, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, где медведь. Сука, тут тупик, блин! Ну, короче, ребята, 7 из 8 медведей, 8-го мы не нашли, к сожалению, где-то он есть. Ну что, ребята, встретимся в следующих слендерах, у нас еще есть, по-моему, 3 еще слендера есть, и потом мы перейдем на что-то другое. Хорроры на канале не заканчиваются, они так и будут, вот, так что не переживайте. Ну что, ребята, встретимся в следующий раз, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем хорошего настроения и хорошего дня, всем пока, ребята, и обнимите своего плюшевого медведя, если он у вас есть, вот.